Победители спортивных соревнований, интеллектуальных викторин и творческих конкурсов. И всем им только 14 лет. 30 отличившихся самарских школьников со всех районов города собрались в зале Самарской думы, чтобы получить свои первые паспорта. Среди них Ярослав Рыжов, ученик 16-й школы. Он регулярно играет в «Что, где, когда», а также активно участвует в жизни своего учебного учреждения. Учеба у меня хорошо, отлично получается, поэтому мне очень нравится заниматься другими делами, помимо учебы. Участвую во всем, что можно. Такое торжественное вручение первых паспортов лучшим школьникам проходит ежемесячно. Организаторами важной для ребят церемонии является Всероссийское молодежное движение первых. В этот раз поучаствовать во вручении пригласили депутатов и членов проекта «Навигатор детства». Мы уверены, что ребята будут ценить именно тот статус, который они сегодня приобретают, и это будет их таким важным первым документом и действительно залог ответственности как будущего гражданина, уже теперь официального, нашей страны, и, соответственно, некое такое чувство гордости и в то же время чувство долга и ответственности. Нам очень приятно, что к нам обратилось движение первых и провести такое мероприятие здесь. Много мы что здесь вручали. Вот, очень ответственные мероприятия проводили и проводим. Но это тоже впервые. Ну, а ребятам с новым документом большую взрослую жизнь. Вместе с паспортами ребята также получили полезные подарки. Обложки, чтобы паспорт лучше хранился, а также канцелярские принадлежности, чтобы продолжать творить, записывать свои идеи и улучшать свою успеваемость. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.